руководитель обособленного подразделения «Красная звезда» Тихонов Сергей Юрьевич. Мы занимались печатью бюллетеней, теперь в данный момент происходит уничтожение печатных форм, которые уничтожаются методом смывки. Мы их смываем, соответственно, керосином, восстановление они уже не подлежат, и, соответственно, использовать их больше нельзя. Также вы могли видеть, что бюллетени мы уничтожаем механическим способом на резательной машине, то есть, соответственно, тоже повреждены сразу они полностью, и восстановлению не подлежат. Поэтому, как бы, задачу выполнили, акты подписаны, все, что остальное, будет выдаваться строго согласно номенклатуре, которая была определена в начале заказа. Вида бюллетеней по 1 845 747 штук. Это общее количество бюллетеней. Значит, и таких три раза. Это выборы губернатора, выборы в Думу по одномандатным округам и выборы по партийным спискам в областную Думу. Из них 388 388 штук — это бюллетени КАИБовские. Те, кто будет проходить через автоматизированные системы. Значит, здесь что происходило у нас? Мы приехали на полиграфическое предприятие, где нам изготавливали. Сначала провели процедуру уничтожения матриц, с помощью которых были изготовлены бюллетени. Потом были уничтожены излишки бюллетеней, то, что нужно было сделать обязательно, чтобы потом не было ни у кого сомнений в количестве полученных бюллетеней. После чего началась выдача. Перед выдачей комиссионно у нас есть рабочая группа областной избирательной комиссии, которую я возглавляю. Мы пересчитали все бюллетени, которые были изготовлены. И теперь точно так же с пересчетом выдаем бюллетени в районы. Вот на сегодняшний день сейчас получает Ленинский район самое большое количество бюллетеней. Там, вы сами понимаете, по количеству жителей. Дальше будут по очереди получать все районы. Сегодня получают территориальные избирательные комиссии в соответствии с законом. Далее, 7 сентября, они все эти бюллетени будут передавать уже в участковую избирательную комиссию, тоже по актам, так же, как и мы будем вставлять. Угу. Ну, то есть, как бы, нарушений никаких вот при такой системе и уничтожения таким способом нарушений нет? Нет, система отработана уже годами, и мы всегда скрупулезно к этому делу подходим, потому что если сделать что-нибудь неправильно или если сделать допустить неточности при проведении вот этой процедуры, то всегда может возникнуть проблема с партиями, с кандидатами, которые могут потом оспорить все эти действия, придется делать от начала.